Я 500 ГП накинул, заебали. А кто агрил принцов? У человека коньяк заканчивается, его можно понять. Дайте крест, пожалуйста, сука, дайте крест. Вместо вот этих я кулаков, баф, там, протобафов. Ёбаный. Ты бафнул каску, а креста я не вижу, я нахуй. Я ничего не баф. Вот вроде бафнул, да? Вот вроде бафнул, да. Так я нормально. Что-то еще не хватает. Переставь Хватит. Этого лутера на себя. О, я РЛ, нихуя, пизда всегда в натуре. Ну пуляйте, хули. Что не пуляйте, то пуляйте. Ты пиши не отойди, а съебись, пиши. Мы в культурном рейде, съебись, пожалуйста. Да. Ты криком, чтоб уши заложила, нахуй там. Чё там? Хер знает, бьём, да? Вот так надо пакты смесить. Короче, иннеры раскидайте по хилам заранее. Прям сейчас. О. Вот. Супердру молодец. Так, сейчас будет фир. Надо это. Спасти человека, который побежит в луже. Спасу уже. Наверное. 500 золота. Могу отвалиться, что-то подозрительно, как-то лампочка мигает. Все, блин. Тапки не упадут. Ой, колье. Блять, ну ты нормальный. Блять, мы разбивали лужи. Сидим, блять. Все, в рейнсе разошлись. Хилим. Гимн на ХП, вторая пати клот. О нет, о господи. Приятного аппетита. Так так получилось. Наверное, гимн на ХП читал. Правильно, пусть попрыгает лягушки пока. Это заклинание еще не готово. Как вам такое? Страдайте же! Вы... Это заклинание еще не готово. Блять, маны не. На ману кто-то гибнет. И что там у нас по укусам? 8 есть? 7 должно быть, 6. 4 укуса всего. Вон сейчас 5 появился. Страдайте же!
куда Ваня отправился? Ты идти сказал срочно надо. Кто осколки? Я. Пиздец. Кто-то тебе пришел рез или нет? Пучина кому? Все мне отдавай на диск. Сейчас еще. В какой я пати? Ман, пацан. На урус. А ты еще самич. Ой, блядь, вы на приколе, если Ваня не зайдет, я хуй знает, за РЛ нет вообще упасть готов. Указал на одного босса. Я пойду пожрать себе, но лучше пока тут проспит. Сражаться, братья. Нужно подойти ближе. Заклинание еще не готово. Хочу согреться хоть после смерти. Полководцем видите? Слева один моб стоит. Танк хильд. Какого танка? Который умирает. Сейчас он по 27 тысяч будет по экстримке тикать. Да я хилю по 30.
после свалмы фибрилляцию в хила, наурос хила, машулинка в хила, присты у кого холик. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и слушайте за всеми. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно. Не вылепились еще. Гронди, офу, блин, Брэндон, но ману сожгите. Ну-ка мне это, краткий экскурс, как хилить Холипала на Вальпу? Бьешь мечом мобы и все. Не сдохни, главное, стаков себя иногда флешками теряй. И все. Так свет не взаешь и все принять. Берешь, короче, Вальку, вешаешь на нее частицу. Берешь Лока, он вешает демонический доспех, хилишь Лока, короче. Валику нахер не хилишь. Фига себе, круто. Ну, Валька частица. Топ на холидека, ну это же смешно, блядь. Я зайду, там сразу не топ будет. Да, в том рейде, где мы с Жерином ходили, я там в энх спеклился на сорке, я тоже был единственный энх. В этой олимпиаде. Если машулинка через... Не придет через минут. Я минус тут... ехал. Я тут. Хила спикайся, бегу. На рейде фокус и полено. Все остальные летают за звездочкой. Звездочка сказала, где собираетесь, к нему подлетаете, летаете за ней. Да просто всегда к голове летим, короче, и там начинаем. Нет, у тебя после первого полукруга ты будешь в хвосте стоять. Нет смысла лететь на голову. Да пофиг. Маша, поставь ауру коня, будешь с конем летать. Чекай. А, я рыл. А, стой, сбили каску. Каску сбили на роге. Крестом. Тут главное хилы, короче. Как хилить? Боком дайте каску тоже. Так, погнали. 24 паладина, будет кресты разбавкал. Все, начали. Мой побежал. Тоби, честно, он скажет, ты это, нахрена это делаешь? Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Вы, значит, в хвосте собираетесь, да? Нет, сбоку. Где-нибудь. Заходите, летите к звездочке. Подходящая цель.
Давайте, это ваши последние порталы, после них выйдем. Слева огненный. Давайте Геру хилим. Я читаю гимн на ХП. Клота, выбираю Вальку в таргет. Геру. Читаю гимн на ХП. Геру, да конечно надо Геру, вы же захиливаете. Альпич, Вальку в таргет и гимн на ХП. Джулиан, Вальку в таргет, гимн на ХП. Хильта ДК. Я излечилась. Да похоже на этого ДК. Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Квест берите сразу. Боешь кролик. Что привело тебя сюда? А, у Герри-то боешь. Кому надо это? Вот он, да, выиграл. Бисовые тапки. Дашкин, вставай. В итоге... Пошел я чай пить. О, Ваня зашел. Ты БГП еще начислял? А, на кого ролит этот ДК? Какой спец? Ну, в РК вроде ничего не написано, значит, на танк. Что вы там девять на седле уже? Нет. Иду покурю пока. Ладно, это до офнес. Не, ну что, ивент запустился. Наверное, тоже отошел. Я, ладно, я в РК тогда, если что. Он как на мейна одевает, получается, их у него собычки. Такие же. Ну а как он может... А, это же на танка, да? Я просто подумал, что это на ДД. Так, не посмотрел. Остановите их! Значит, плюс 200. Сколько? 230. Еще где-то. Че, Славик, выбирай, кого из этого оставляешь в хиле? Не знаю. Из тех, кто спеклся. Я уже в ДД спеклась. Ну, Джерина нету, нечем бояться. Я не буду хилить. Ты единственный мирик из тех, кто спеклся.
хмели опоздал. Капец, у меня 47 осколков. Если выпадут еще два, мне будет 49. Если выпадет один, будет 48. Если ничего не выпадет, то 47. Ну, если один останется, будет обиднее. А сколько осколки стоят донатить, если их? Рублей 40. Там сейчас... Ну, сколько у меня задонатит просто... Ваня. Все, заходи. Ну да. Что там, кто на Синдрее в хилах был, там, у кого хил есть там, хилика или кто там, приз какой-то, да хули приз надо. Так я обратно в хила спекнула, или не надо? Да вон Маша похилена как раз. Хорошо. Хули приста тут нет. Обрисите меня, я сбоку валяюсь. Да, Саша, объясните, Саша, где там, подходи. Дайте фулбаф. Сейчас там еще локов. Давайте, все тут можно фулбаф давать. Так, давайте фулбаф там и сервисы вы можете поставить, если нету, но дать кому-то, чтобы поставили. Да, ассисты. Есть. Маша, кушай рыбу снизу. Сейчас. Че? Мышка зависла. И ничего. Нет, насчет кто-то говорил. Говорю, тебя в пятую пати кинуть надо. Или не надо? Да мне пофигу. Да нам тоже. Так, давайте, вроде все есть, чек на фул. Аппы нет. Дайте лапку друида. Дайте рыбу друида. У него тут-то была снизу стоит он. Так, квазар, хризи, чего там не хватает, пишите. Все уж. Там кризи тут. Иду. Есть.
Ну, Хризи, ты тут? Да, сейчас готов. Подхильте Рогу на первой притяжке, я не буду отбегать, я потыщику еще. Ну, что там, Боб ему дадите. Не надо Боб давать. Ладно, ДЦ, кинешь на него зубы тогда. Не надо зубы кидать, блин, просто похильте. Я хочу узнать, ложный выпад спасает от меня или нет. Да, спасает, это всегда увижу. Чуть на Синдре Рога не бегаю. Так, там два хила хилит Мильки без фанатизма. И слябного последнюю неделю никакой не был. 14-15. Беги, малышка, беги! Уже сегодня пятница, и так вот. Что спасло? Вроде жив. Да, да, нормально спасает. Давайте дотать, сейчас лётка будет. Дайте фридом по БДК, рейд наверх, метки вниз. Что, заморозить вас? С правой стороны падает, бейте точечно без дот. Справа тоже падает. Бейте левые склепы. Правые пока ступеньте, левые бейте. Слева падает. Все, стопайте по склепам. Стоп по склепам вообще не бьем. Не обновляйте, не кастуйте пытку, прячьте за другую. Справа падает. Разбейте. Все разбиваем. Сейчас притяжка будет, готовьтесь. Бежим. Супер дурец, и машулечка он где-то справа, слева валяется, он под мордой. Так, там три хила сейчас будут хилить. Захилите сразу машулечку. Не выносите так под морду, лучше хвосту выносите. Дашкин, не умирай. Нам роги еще нужны. И ты шей там, блядь. Что, слышно, да? Тот прилипнешься, блядь. Так, давайте. Рейд наверх, метки вниз. Так, я в метке, сами там будете смотреть. Вместе встречи с Бобочки. Как они там хавали сидели. Опять смотри, косячит. Складно звонишь, говорит. Бля, вы чё, угораете, пацаны? Там, говорите, кто-то Димитки падает, наверное, не видит. Я в склепе просто вот разбивает. Вот, Тоби, вставай, а намер, не надо никого резать, не дать БР. Так, сейчас фаза пойдет в сторону, не надо ничего выносить, так и тоже не надо. Три хила хилят, нормально все, под босса будем носить. Давайте смотрим, экстримка под босса. Ушли милики, сразу разбиваем. Давайте под босса, сейчас будет притяжка. Мели под босса. Давайте следующую еще в сторону понесем, там урон сдадим, захилим. Так, склеп не бьем, сейчас притяжка. Подбиваем, но не разбиваем. Так, один, два хила, освобожденка нормально, следующая сторона. Давайте рост. В сторону из фриз. Так, РДД склеп, милики босса.
Давайте РД скрепи, у нас есть еще и цель, там ДЦ зубы дашь, если не на КД. Милики, не умирайте, у вас стаков до хера, там рох много, супер друг от босса, ушли милики. Джулиан, дай им на хп, это сейчас они сдохнут, хильте протупало. Ох, блядь. Сбрасываем стаки. Так, хильте протупало, нормально все, короче, следующий под босса. Ушли милики. Так, Кальпич, дай им на ману, разбивайте. Следующий тоже под босса, притяжка будет. Ну, будет под босса, милики ушли. Там ро, а не умирай. Ебать, 11 стак. Отошли. Так, склеп не бьем, следующий в сторону. Хит тебе, БДК. Давайте разбивайте, следующий в сторону, супер тур в сторону. Отбивайте синдром. Танков только хильте. Чисто рано прожал, короче. Спал можно его, поэтому сдох. В сторону. Так, в сторону. Добивайте. Мне удалось стать первым, благодаря тому, что не убегал. Память, ролик. Слава, если что, потом три кнопки босса валяется. Покоритель. Сейчас этот, объясните, пожалуйста, Вивазу, где Лича держать, потому что он не был в наших рейдах никогда. Сейчас я объясню. Ретрика. Когда типа разводил его, это как я помню, что раньше там был. Ой, скиньте там, проголосуйте, что нравится, там фото девочки, там помочь надо, помочь надо. Голосуйте за номер 7, да? Да, да, да. Короче, ДК, милики, тут танчится. Получается, танчи так, чтобы Лич смотрел на РД-зону. То есть вот так вот. Ты будешь танчить, я буду, короче, БДК, и ты Личом. Ну, короче, тут идешь, как обычно, тут идешь. Тут где-то заворачиваешь и на край идешь. Дальше все как обычно. Вторая фаза, там духи гневные, тут лич переходка. Лича держишь в центре, ну, как обычно, там, знаешь, что спиной к лужам, чтобы он валькиры в ту сторону не летели. Лича за валькирами водишь, чтобы милики дамаг его дамагли, короче, и валькиры лича. Кто это придумал? Знаешь, там надо должны себя прожиматься. Что это за тактика? Спиной к лужам. Как так? Обычно в спину бьют милики, лич стоит в центре, и от спины к краю летят, весь рейд летит. Как может быть спиной к луже, что если стоять лич в центре и лич спиной к тому месту, где полетят весь рейд, там лужи не должно быть, по идее. Нет, он имеет в виду, что БДК стоит спиной к луже. А, да похуй вообще, где БДК стоит. Главное, что... Ну, БДК, то есть там... Ты что знаешь, как надо Лича прожиматься, да, там? Вот, да, иди сюда наверх, вот этот сундук поставили, Войт, дай, дай наверх сундук стынь. Что там, ДК, ты с нами там, алё? И вас. Бля, в натуре... А чё это, обнова была какая-то? Смотрите, тут сундук. Ну, наконец-то, ты просил сундук поставить, вот поставили. Нифига себе. Кого сделали? Ещё раз, скажи, вот ты... Чё там, сундук? Где сундук? Показывай. Покажите каску, пожалуйста. Да, тут квесты там. Чё там, саранит? Сколько нет, там саранита? Квесты там. Квест дается.
освободить. Ни хрена себе, круто. Кто каску дает? Не я, короче. Так, ладно, поставим селфи, все печеньки, Дашки, все ромбики, экстримка, все трусы, там биржу снимаешь, охотник. Ну, а паладин там, смотрите, кто будет улетать, того точно, короче, будете стан, давай сами, смотрите. Ну, давайте чек на пул, там, на баф, вас добавят. Можно рыбку? Ну, дайте рыбку, там, экстримка, машулечка, готовы все? Что-то не хватает рыбки? Угу. Ну, там, дадут рыбу, там, я пока запустил, еще поставьте, там, все, кто может. Дадут рыбу, обмен кидают войд и трехфунтовую форель там или какая там, блядь. Офхед, блядь. Урон 1-2. Это что, надо на трансмут, да? Ну. Как, ну погоди, такой, знаешь. Ну, телевизор-то ломал. Быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что замучил и погубил там десятки... охотник поставлю квадрат на шарк еще обычную, короче, и ступление снимать. А протопал тогда со второго, если шо. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. Ладно, как тут хп сдать на лича? 1-1-1-2 на прото 3. На протопало частицу, а через БДК хилишь. Давайте, хп начинается, 2 секунды. Милики, милики, ловушка, милики, РД тоже проходим. Ебать. Супер дурец, а его это только после заражения. Чума, 2 секунды, смотрим, выносим. Чума, кота. Что там, КД? 20 секунд. КД, да. Намер, ресай. За что меня так? Квадрат на шарк еще. Вставай там, захильте его сразу. Поворачивай ли час лицом к РДД зоне? Всегда, когда проводишь. Киньте гимн, что ли? Милики, милики. Милики. На КД, блядь. Дайте Индер Войду. Хильте экстримку. Охотник, снимай вступление. Актуалы выноси. Диспельте. Ну, экстримку диспел. Ну, охотник, вступление снимай. РДД. Маны нету, дайте кто-то гимн на лоб, блядь. Ну, Джулиан, дай гимн там. Инеры дайте на Войда. Так, РД ловушка, смотрим, чума 2 секунды. Так, чума на Альпич. Свел. Так, смотрим, ловушка. И после ловушки РДД. Милики, милики, милики. Все. Как он, блядь, умирает? Почему? Покажите детали смерти. Там берса было на двоих, там не успел прожаться. А почему охотник ничего не делает? Надо Джерриона на него натравить. Не, просто... Там надо просто прожаться, срезку протопал и капотать. Он прям быстро упал, там не повезло. Да 100 тысяч там блюха просто. Давайте встали, побежали, там уже на допе поищи успеем. Еще трай есть, если нормально купил. Блин, нахера ты дохнешь с пола? А ты бы видел, как я сдох. Стою себе хилю, блядь. Появляется шаркарь, вылазит, блядь. Ну, сначала он не двигается, а потом, блядь, плюху мне просто 47 тысяч, блядь, ебать. Такое вообще должно быть или чё? Ходи чуть, чтобы у протопала было время таунт кинуть, куда он пойдет. Так, а ты когда мириков проводишь, поворачивайся до лича на РД зону. Войд, фокус, альпич, вставайте, где вы там? Чё-то не резает никто.
Че, резать? Кто тут есть? Джулиан? Наймер? Фокус тут или где ты там? Не встает. Плохо, когда не встает, блядь. Саша, дай шкаф, пока там присмотрим. Третий на сумму. Могу, короче, кресты раздать. Продолжение какое-то, видишь? Прочитать это заклинание. Тут, блядь, где фокус? Чего он не встает? Его риснули? Так, давайте, если тут чек на пул, пока вас добавят. Если допи хотите. Три кнопки, ваша уличка, тут. Каску. Давайте, запустил чат на позиции, становитесь, вас добавят. Попробуем каску кинуть. Почему я пожрать не могу? Хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Кто там каски бафает? То есть паладины. Касок нету. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Учитывая, что прото есть, наверное, кто голы. Позиции, становитесь тут там в центре. Каску, каску, Вашоле, ты, видимо, даешь. Да на всех есть каски, а вот нет, вижу. Я бы не и воином. И локом. Лок есть, да? Сейчас точно так. Всех есть, не знаю. Давайте, 2 секунды бой начинается. Чаркающий в РТД, Мирики ловушка, проходим РТД, чума 2 секунды, так у меня ДБМ забавился, смотрите там сами. Так вот, а чума. Не, РТД. Не надо сама себя здесь стрелить. Алло, тормоз за звездочку встали. Охотник, твой квадрат. РДД ловушка. Чума, смотрим, сейчас будет. Айс фриз. Карина, дай инер, пожалуйста. РДД ловушка. Мелких больше не забирай. Шаркающий вылазит. Милики, ловушка, милики. Охотник, твой квадрат. Джулиан, чума. Дайте капу прямо протопала. Так, сейчас ловушка будет, и протопал на край уйдешь. Иступление, охотник. Милики, ловушка. Все, протопал на край уходи. Протопал на край. Дайте зубы на протопала. ДК веди в РД зону. ДК в РД зону. Дайте каплю на протопала еще одну. Давай, ДК в РД зону к нам веди, к нам веди. Квазар, чума. Ладно, диспельте в рейде. Все, ушли на край все. Давайте, на край все ушли. Набрали ману, поставьте тотем. Наберите кринжу между собой. Наберите кринжу между собой. Этого напулил, следующего напуливай. Кресты по сверкам. Это заклинание еще
Давайте, хорошо, духа бьем. Последний дух будет фаза. Так, протопал забирай. Сверху убьем. Все, идем под лича. Духа после того, как дыхнет, поведешь в РД-зону. Так, смотрим, валькир сливаем. Все, на центр все. Звездочка. Охотник лужу лишь. Смотрим, валькиру сейчас стан даем. Дашкин схватил, а ромбик встаньте. Дайте стан ромбику. Так, вышли из-под валькира осквернения. С-под валькира вышли осквернения. Давайте, ромбик бейте, чего вы так плохо сливаете? Дайте рост все звездочку. Дайте все звездочку ставьте. После первой будет осквернение, надо будет разбежаться. Скажу, когда и кого сливать. Вышли. Так, все три сливаем. Хилите БДК хорошо. Дайте станы, мастаны дайте. БДК хорошо, хилите. Все три сливаем. Хилы РД Джуна берите, сейчас будет осквернение. Так, разошлись, а сейчас будет лужа. Смотрите, блин, скажите, когда будет лужа. С центра выйдите, осквернение. Осквернение, все с центра вышли. Все, идем. Так, давайте звездочку все стали. Давайте валькир сливаем. Дайте там станы, мастаны дайте. Так, вышли осквернения, осквернения вышли. Юрию, БДК. Дайте, трусы добейте. Так, давайте, звездочку стали. После третьей валькиры почти сразу будет осквернение. Дадите стан и разбежимся. Валькир сливаем. Раз, два, три, все, вышли. Вышли. Там на ком-то осквернение не вижу. Стреляем по валькирам, ДК за валькирами. Лича за валькирами. Так, хилы РД на рейнджу. Хилы РД на рейнджу, лича тут держим. Джулиан, дай гимн. А ладно, не надо. Потом. Так, смотрим, сейчас лужа будет. Что там по ДБ у меня забал, скажите? Лужа сейчас будет. Лужа вышли. 40% уже. Да, это я вижу. Все, на край все ушли. На край, на край. Давайте, бьем духа, который с меткой. Первого на хуле. Знаю, ману дать им. Джулиан, дай ману. От духа все отошли с перед мордой. Наберите режим между собой. Престы на сверках. Старого духа пока бьем. Старого, седой, да? Все, давайте нового теперь. Я бы ГП брал. Это что такое? Ну что делать, нехер, друиды. Старого духа бейте. Ничего не делаю. Смерч кинул. Духов смерч кинул, чувак. Фокус отвалился, чи не? Да, походу, да, зависла игра. Давайте, стоп под духом. Забейте печеньку. Слышно меня, нет? Да. Так, давайте все в печеньки ходим.
Давайте духа вбьем. Так, давайте сюда пойдем. Че, я вниз упал, да? Ну, я не знаю. Наверное, вроде живой был. Захожу, короче, грузится. Сейчас, подожди, не заходи, не заходи. Сейчас мы в комнате, чтобы берсы не было. В печеньке все стоим. Бля, ну уже грузится. Проходим, ладно. Стоим, проходим, проходим. Нормально, все, ладно. Да успеете, я думаю, у меня, бля, ведро пиздец. Проходим, там ДК готовься. Не зыблемся, хочу все дефы отдашь тогда, если что. Каплю дадите паладины, ДЦ зубы. Хотя не, вроде нормально все будет. Еще не загрузилось. А, не, не надо, короче, там нормально все. Давайте проходим. Так, давайте все духа добивайте, там квадратик. Так, рычаг к духу ведем, к трону иди. Рычаг к трону, добивайте гневного духа. Давайте, веди к трону, веди, не бойся. Добивайте гневного духа, смотрим, сейчас будет спускаться духи. Все, иди хлопай. Оскорбление 2 секунды, мирики вышли. Смотрим на ком лужа. Срочно кто-то расслакал ману. Прикадай именно ману, Джулиан, оскорбление. Так. Отводи лича отсюда. Да, ведь ушли с под духа, уходите, уходите. Не стойте тут, сейчас они пойдут на рейд. Блять, ну я ж сказал, уходите. А может кто-то инер дать? Я один инер на КД вижу. Сколько у нас друидов придет? Так, давайте сюда идем. Хиль тереть, там сколько? Три хила хилят. Ладно, хиль тереть, давайте. Помогайте, пушки там кидаем. Шесты там кольцами хильте. Буду водить под шаманов, там под войда. Вы что, шутите? У вас ни одной совы нет. Проходим. Ну ничего, там алемы есть и намер есть котом. Я про то, что добивать сверху. СП, блядь, миллион штук. Нам или хилить, или бить, блядь, миллион штук. Ну там раз хильнули, два раза побили. Давай, сейчас выход, и все к трону идем. Все к трону. Там СС на БДК киньте, супердру, реснее машулечку. Трону, уходите, нет. К порталу, к порталу. Блядь, я же сказал к трону? Да, ты сказал к трону. А. Портал видите? Так, давайте за лича все прячемся, там сейчас будут духи спускаться. Захильте мышулечку, там ресните ее. Осквернение. Супердру. Осквернение, вышли милики, смотрим лужа на ком-то. Стой тут, ДК никуда не видишь, сейчас будет комната. Стоим, бьем. Да, супер, друг, где там машулечки рез? Стойте тут. Давайте в печеньку все идем. Если кто-то в комнате может, дайте гильны на ману, потом можете отбегать. Блять, ничего вы дохнете от бомб. Проходим. Давайте все, гильн дали, можно проходить в печеньку. Духа вбейте. Куда вы вперед, блять, полезли? Тупые, там еще 8% надо убивать, но же комната еще будет. Блять, ну сзади-то стоять тоже не надо. Додавалось, сэр. Так, куда там? К трону уходите все, к трону идем. Духи пошли, протопал хлопает. ДК, прожмись тоже там, мои хлопни. Не надо откидывать духов, если они и так вот идут, там один или два. Ну все, короче, стоим, добиваем. Ваня, че, РСК будет? Наверное. Огонь. Чисто, блядь, сколько будет, там Олег поставил.
Да, Олегу тапки надо, еще ЦВК сейчас будет. Вчера была игра. Станок плеча. Мы в прошлой неделе первая ЦВК били 2,5 часа. Такого говна больше никто не хочет. Сами нахуй виноваты. Что движет вас? Че, мы на допки по успели? Чешу. Да вроде. Не знаю. Вообще не совсем, но там где-то минуты полторы, пока вы там с Ромой дрочили там на сурке, кто куда перезаходит, я думаю, можно скинуть. Учитывая, что Войт хилом, блядь, уставший, да. Просто, конечно, можно, блядь. Да, покажите там оплеча, у кого скада есть. Не, у меня забагалось. Я сейчас могу лут взять или нет, потому что я, у меня вылетела игра. Жесть, ты должен соответствоваться, короче. Если никто не лутанет, и ты тут рехнешься, то сможешь. Бля, я надеюсь, я смогу. Если твое тело в инсте, то сможешь. Я в инсте, да. Крис и Митриас, нахуять. Мне и теренаска нужна, у меня теренаска с обычкой. Я же говорю, Крис и Митриас упадут. А, да не. Вчера была РС. Свет. Вчера был четверг, когда еще старая была. Дай мне силу разбить эти оковы. Сейчас, когда я повешу второму паладину, завтра пойду фуриком дамажить. Всех по ДПС просто обосу. Ты дамажить фуриком научился? Я лучше всех тут дамажу фуриком. Даже никчёмно придамажу на изи. Я свободен. Всё кончено. Кто там первое место занял среди фуриков, кстати? Да там не фурик, там так, калека. Две истерии, блядь, два дрекса, блядь. А, ну понятно. Банки, ну как обычно, короче. Они просто не играли в то время, когда я играл двадцатку давал, блядь. Сейчас что-то там пыжится 20 тысяч. С истериями, с дрексами, блядь. Я всегда без дрексов дамажу. Но они, видишь, хотят доказать кому-то что-то, а тебе, походу, уже не надо ничего доказывать. Да, мне уже похуй. Ну, за любой класс вообще. Мне редко когда бывает, что прямо кто-то подамажит. Вот на анбаф я котом попал. Я не помню, я, по-моему, даже не хотел идти, но вроде, ну, дамаг хороший, какой был приличный. Два арбуса. Нормально. Ого, меня не выкинуло, чё, класс. Надо кому-то на мейн спек, на оф спек. А чё, теренаска есть, нет? Нет, два арбуса. За 10% там хулиприст. Чисто хулиприста огонь прям. Завоеватель вроде. Сколько осталось? Заходите на ЭП пока, если ничего никому не надо. Это... Они токен, наверное, героический я возьму. Жулин Машурник, вы нам... это... А, завоеватель. А, да, никто не заходил, так что накидаю. Чё там с токеном, кто по приору выше? Так, да, ну посмотрим. Фокус 29, наверное, ты выше. Ну давай. Берите этот Аркус на оспек, он там что-то 993 стоит за 10%. На холле приставщий огонь, а холле пристав топ хил, короче. Это самое аркус и комод. Ой, дай мне, и только я в Долоране уже. Я за бесплатно возьму аркус. Блин, за бесплатно, 93 хп стоит. Не, не надо за 93, я отдам. Не кидай только мне 93. 193 кинул. Там скинется там за неделю, за две. Ну мне не надо. А чё ты ИП накинул, да? Ну распыляй Ваня тогда. Да он мне два кинул, я их сейчас два распылю. Ну один оставлю, второй распылю. Ч
что ты накинул, да, ИП? Угу. Заебись, меня бросили, все порталы не поставили. Там он вторую арку с джунглем хотел забрать.